Рома берет карандаши. Рома, отдай машинку. Ты уже так трудишься, ты уже всю машинку сгрыз. Отдай машинку. Давай карандаш с тобой возьмем. Какой у нас с тобой будет динозавр? Давай оранжевый. Оранжевый динозавр. Никто динозавров не видел. Какие они были цвета, никто не знает. Давай нарисуем. Вот это мы шею рисуем. Вот мы у него шею рисуем. Вот это спина будет у него. Вот это хвост. Вот, вот тут вот у нас лапы такие будут у динозавра. Вот тут у нас вторая лапа будет. И вот голова у нас. Ой. Вот голова. Да. Рома молодец. Кепку. Кепку снял. Ну ладно, кепку вовсе не с кепкой. Давай глаз нарисуем. Глаз у нас синий пусть будет. Синим глазом динозавр. Да. Вот у нас такие глаза. У него будут симпатичные глаза. Вот тут ноздри будут. Ноздри, да? Давай мы карандашик какой с тобой розовенький возьмем. Рома позевнул. Устал. Я позевнул. Устал рисовать. Давай. Давай мы с тобой вот розовым карандашом ему ротик нарисуем. Вот ротик. Вот. Вот ротик нарисовали. Теперь давай салатненький карандаш возьмем. У него будут салатные пятна. Давай. У нас сегодня 9 мая. Да, да, праздник. Рома всех поздравляет с праздником, с Великим Днем Победы. Да, скажи? Рома. Скажи, да. Вот. Рома. Рома. Да? Да, скажи, Рома. Тут на центральной площади выставили имена героев, фотографии героев. Скажи, да? Да, скажи. А что получилось-то? Покажите нам рисунок. Да, ой, какой оранжевый. Рома, динозавр получился. Вот. А Ромка маму обнимает. Я скажу, Рома маму обнимает. Вот динозавр у нас, скажи, да?